У нас мастер-класс проводит Александр Владимирович Винопольский, весьма заслуженный спортсмен, обладатель титулов европейского значения и республиканского. Тема мастер-класса – кота Хантуна. Сегодня первая тренировка, всего их будет три. Хорошо, тогда начнем следующим образом. Я хочу посмотреть то, что делается для начала, чтобы видеть, над чем работать. Поэтому так. Кто Хантудай не знает вообще, ваша минута. Совсем. Пожалуйста, вы не, пока вы не уходите. Значит, станьте свободны. Те, кто знает Хантудай. Ну, пока можете присесть, да. Присядьте. Те, кто вообще не знает, мы будем сейчас разбирать его. Саш, и, пожалуйста, у первого шага по порядку. Стоп. Ну или так, все равно не да. Сейчас выполняем подсчет, делаем мощную форму, правильно, ну и так далее, то есть все должно быть на месте. Ей. Причем, в отличие от, допустим, джиу-джитсу или каких-то других,
других стилей, где там есть удержание и так далее. Карате такого нет. Карате нужно либо убить, либо искалечить. Это правда. Никуда от этого не денешься. Но техника должна правильно применяться. Будь то спортивное карате, то есть там чемпионат Европы, мира, неважно, и просто тренировка в зале, не имеет значения. Вот сейчас разберем для примера, я как раз хочу начать именно с этого, хотя это не первая известная карата, вот любую пару. Ну давайте, наверное, да, я просто по именам. Иван, да. Пожалуйста, покажите мне бунтай. Вы не знаете? Бунтай вот этой. Каким, какой частью организма
точнее тело, вы делаете это движение. Вы делаете его руками, а нужно сделать спиной. Смотрите, теперь показываю метод. Здесь очень маленькая амплитуда, всего лишь, да, бодрище. Во-первых, вы руку ставите сразу сюда. Рука делает небольшой замах. Хиките – это хиките. И оно не просто так, потому что это положено по тексту, а потому что оно как раз позволяет включить спину. Спина гораздо сильнее рук. Руки у каратиста вообще-то очень слабые. Ну, то есть рука легкая, тонкая. Рука – это пуля. Чтобы ее в полет запустить, нужно патрон. Так вот, смотрите. Первое движение. Вот отсюда. Дальше. Здесь, когда вы выносите руку, рука выносится вот так. В конце ротация. Мы еще к ней вернемся. Нет, вот. Ротация до хвоста. Нет, я не так показал. Вот. До этого. То есть немножко замахом. Да? Это два. И третье. В конце, в момент, когда вы фиксируете движение, у вас должна напрячься спина. Очень сильно и очень резко. Еще раз показываю два варианта. Ваш и мой. Ваш вот такой. Понятно? Попробуем. Давайте. Первое движение. Это фокусировка, он ищет. Нет, дайте ему фокусировку. Здесь ничего лишнего не надо, просто чуть-чуть она, как бы она выходит с люфтом, да? И вот на этом движении, да. Я потом объясню, для чего это. На примере шпиковая, там это наиболее ярко видно. Так, только форма сохраняем. И форма — это форма. Так, и хорошо ремаем. А теперь, ну, немножко будет больно, когда это не дается. Вы себя очень жалеете. Еще одного не заметили. Я не просто ввожу руку в удар. Я ношу себе удар по прессу, причем столько, с такой силой, сколько у меня есть. Вот этот удар очень помогает ремаем как раз. Сейчас мы дойдем до того, что такое прямо. То есть можно просто так делать, да? Не то. Лучше гораздо.
сразу смотри, что. Теперь разберем, что такое пиай. Что такое пиай?
дословный перевод, как знает? Гермодия. Нет. Ну, PI по слову концентрация энергии. Концентрация. Да? То есть вы должны в момент удара максимального вложить все, что у вас есть. Вот таким образом рождается KI. Он должен быть не искусственным, а абсолютно естественным. Так же, как и дыхание. Кстати, к дыханию чуть позже вернемся, но KI мы берем сейчас. Да, все правильно.
правильно? Дальше, ну, восстановились, в принципе, все стоит, там, все, все, делайте. Завершите, все. Вот, ну, сделайте по-настоящему. Знаете, как говорил Станиславский, не верь. Что касается ее двери, удар под мышку, да, по всем мелькает именно так. Удар под мышку хорошо пробить можно, еще только рука расставлена. Достаточно опустить чуть-чуть, все, это уже не работает. Опять же, еще раз, помните, в условии высказывать свое мнение, можете совпадать с мнением автора фильма. Вот. Йога-гери удар очень специфический. Йога-гери можно бить, ну, теоретически куда угодно, правильно? Вверх, вниз, вниз. Но реальное место, куда можно пробить, это одно. Потому что даже, ну, скажем, удар йога-гери в горку, да? Ну, это толчок, да? Насадка. Это серьезный промежуток. Более того, законом будет внимательно. То есть учитывайте, что уровни для ударов есть разные. Самый страшный из ударов для Бульгерии это бедный. Так, мы. Вот он под сюда. Что происходит, я еще не знаю. Но карате это не вязание. Все должно быть естественно и правильно. Поэтому еще раз. Все правильно, значит, блок и удар. Так, потом симпатию. Подбивающий. Так, рука нормальная, рука нормальная. Вот, но результат может быть никак. И при этом вот сюда удар. Сокуто. Сокуто ребро. Однозначно даже без удара. Приводит очень серьезно. Хорошо. Значит, теперь техники должен быть только. Да, все правильно. Я просто к тому, что удары могут быть разные. И не надо зацикливаться на одном варианте. Есть много. Есть единственный стиль карате, где бунгай четко стандартизирован и без вариантов, это доджи. Во всех остальных вариаций допускается. Поэтому имейте в виду. Значит, что касается вот этого момента. Так, значит, во-первых, вот это движение. Цвета, чтобы было видно. Давайте обязательно поговорим. Значит, это в технике этого тата-шипа. Можно сделать по-разному. Смотрите, два варианта. Это что касается уже исполнения как. Первый вариант. Правильно сделал? А что неправильно? Вот. Что неправильно? Ну как-то ничего, просто движение рукой. Не вложили туда что-то. Естественно. У нас получается, во-первых, все медленные движения в кат начинаются быстро, заканчиваются медленно. И добавляем в это дело легкость. Естественно, в бою это делается вот так. На времени. Но когда вы выполняете кат, делаете это красиво. Дальше. Сейкенчу-куцуки. С чего начинается эта связка? Вы бьете отсюда. Бить нужно, еще раз говорю, от пятки. Первое движение, которое у вас начинается в теле, это реверс. Бедра, все остается на месте. Плечи на месте. Кулак на месте. Бедра разворачиваются в обратную сторону. И после этого крестообразное вот пятки движение вперед, которое выбрасывает руку. На выбрасывание руки. В тот момент, когда она до конца бедра. У меня то же самое уже закончилось. Потом опять то же самое. Давайте поменяемся, я буду сзади, сначала вот там, хорошо? За время удара. Давайте поменяемся. Нет, да, да, да. Понятно? Зато. Ширицу попробуй сейчас. Thank you.
расслабление этой связки. После его удара у нас чуки, да? Сейчас правый рука поднимем. Делаем только одну движение. Так сказать. Это вниз только ногу. Да? И дальше это параллельно. Эч! Когда после удара
иначе, получается оп, и дальше вот это движение, которое никому не нужно, время теряется, смотрите очень правильно. Сейчас попробуйте. Принять удачи, и отсюда, минуты двери, готовы.
нанесли сок укол. Третье – это удар. Четвертое – возврат ноги. Вот надо все держать, чтобы сделать медленно и ногу подержать. Вместе в итоге получилось быстро. Понятно? На обе стороны. Если вы оставите в этом положении, дальше следующее движение будет сделать очень просто. Хорошо, сейчас переходим к самому интересному. Самое главное сейчас покидаем. Перец. Очень много всего интересного. Пойми, пойми. Букте. Букте делаем. Пальцы прямые.
Теперь идем дальше. Следующая связка. Следующая тема. Так, еще раз. Тоже пару. Вы как станете рядом, все равно забывайте. Вот это закончили. Дальше что у нас идет? Как хотите. Я же ничего не сказал. Я эту связку хочу увидеть в виде бунка. Ну, разделился. Как угодно. Да. Ну, да. Ну, есть такая... Здесь дистанции не хватит для бунка. Вот смотрите. Хорошо, спасибо. На это остановимся. Вот это движение не делаешь, потому что не здесь опять же работает то же самое, что у нас работало все эти сутки, правило не меняется. После минуты нога переносится, дальше очень быстрое вращение бедра. Вот за счет него скорость у нас и получается. Вот отсюда, перенос ноги, сильное напряжение пресса и быстрая ротация бедра. Давай, встали. Вот отсюда. Делать только одно движение. Одно движение. Быстрее, еще раз. Бедрами, бедрами. Не думайте, что про руки. Они станут в руку на руку. Нормально? Я еле вижу. Дальше просто.
активно. Берешь, вот! Другое дело совсем. Так что это будет. Так, пальчики не поднимаем. Зацепляемся за дыхание. Если ты стоишь у тебя вот так, это значит баланс. Ясно? Все, давай вперед, вперед, вперед. Thank you.
Хорошо. Вот теперь давайте связываем все это воедино. Они. Это. Плечи опустили, расслабили все. Напряжен сейчас тоже пресс у вас. Больше ничего. Прыгай на место.
Ослабились. Так, идем дальше. Дальше у нас крайне простая связка, которая встречается в хияне. Это Йокьери и Мдеучи. Пожалуйста, вы будете. Вот это я и ожидал. Значит, опять же, удары Мдеучи в корпус, да? Ну, если ты ударишь, мне, наверное, будет больно, но потом это убью. Не более, чем больно. Удары Мдеучи не наносятся в корпус. А куда наносится? Правильно, в голову. Ну, в корпус тренированного человека пробить невозможно. Так сказать, с хорошим весом там, и так далее, это самоубийство. Причем ты бьешь на уровне друзей. Но если тебе очень повезет, ну я не тебя конкретно имею в виду, если очень повезет, попадете в солнечное сплетение, и то не факт. Пасть надо сложно. Поэтому единственное место хорошее для удара Эмби это голова. Поэтому, сейчас выполните, пожалуйста, ударом голову. Техника должна быть реальной, предельная, значит, хорошо, только вот здесь эти моменты. Так. Я забыл, кто травмировал. Нормально. Сейчас делаем медленно. Здесь опять же, да? Вот здесь руку не хватаем. После Йокьери, ну опять же, я пробил Йокьери вот сюда. Ну, опять же, не буду показывать, это слишком драматично. Дальше вот. Захват. А вот это уже техника, против которой, после, точнее, после которой мало чего можно будет делать. Понятно? Все должно быть идеально реально. Значит, блок. После этого руку бросаем. И мощный удар и бьющий в голову. Теперь смотрите, что вы делаете в катах. Самая частая ошибка в этом месте. Опять же, после Йокьери принцип тот же самый. Вы пробили йока, ногу вернули, уже центр тяжести вынесли. Ногу ставите здесь разворот за счет бедер. И в этот момент удар. Так вот самая распространенная ошибка это вот такой удар. Я не ладонью бью по локтям, а локтем бью в голову. Поэтому акцент должен быть именно в эту сторону. То есть не вот такое движение, да? Фактически просто вынос получается локтя. Да? А на ротации. Удар локтя. Понятно? Давайте. Босс. Йокьери и Мдеучи. Две стороны. И следующий момент. Эш! Ну да, в левую сторону. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. В левую сторону начинаем всегда. Эш! Второго удара. Первый, понятно, вы его пробиваете, после этого вы стоите в дикуцу дальше. Что делаете дальше? Подтаскиваете ногу, ее поднимаете и дальше. Ну, короче, куча лишних движений. Когда у вас там? Вы ее выносите вот сюда уже. Колено у вас уже заряжено на удар. И с этого движения, опять же, центр тяжести вынесет вперед. То есть вы отсюда сразу пробиваете. Понятно? Пробуем. Две дальше. Эш! А ты вспомнишь, что я сказал. Сразу колено в сторону удара пошло. Нет! Но не должно превращаться в майги. Еще раз. Бей. Экзамена, соревнованиях, ну если вам не скажет какой-то, я понимаю, выучите, вот
то, что я продумал все, что вам говорить, понял? Знаете, в процессе увлекаешься, а что-то забываешь. Вы сдаете экзамены. Ситуационные там, разные. Ну, ситуация это бывает. Учтите, что сколько тренеров, столько мнений. Это неизбежно. Всеми нами уважаемый Ищенко Лакоши, как и сказал, гениальный правда. Карате одно и других не бывает. Карате одно. Но мнение у всех похоже. И он же говорил, что карате больше отличается от тренера, ну, от сенсея, чем от стиля. Абсолютная правда. Абсолютно согласен. Потому что нюансов очень много, каждый воспринимает по-своему. Я был на многих семинарах в разных версиях, я даже все не упомню. Вот, допустим, в одной ко мне подошел сенсей Танака и сказал, дышать нельзя. Ну нельзя, так нельзя. Сенсей Нишияма говорил, что что делается не так, а вот так. Пожалуйста, дайте вам так. Ну, я и лечится, считаю, что все так правильно. То есть, когда вы будете выполнять экзамены и так далее, то учитывайте вкусы того, кто экзамен принимает, как вы все это делаете. Так вот, к чему я это говорю. Эмпиучи по форме ката делается на уровне ровненько, на уровне плеча. В реальности он будет наноситься выше, но не ниже, еще раз говорю. Бить в корпус локтем. Я говорю, мне будет больно, но не более того. А может и не будет. Если ровненько локти не попадете, а локтем есть, я вообще ничего не чувствую. Понятно? То есть ката, форма, вот такая. Уровень плеча, здесь все должно быть прямо. Везде 90 градусов. Ясно? Просто я сейчас увидел вот такое выполнение. Это ошибка дальнейшая. Есть! В сторону. Эмби учи. Надо все. Так, выше. Вот, вот столько, что там вот это купить. Наоборот. Уже это купить. А вот это, да. Палец. Убираем. Разворот шипа. Жалеете себя, я не слышу. Эй! Вот так. Сан! Жестче! Эй! Яме! Блоки каденбары и блок каденбары и блок шито делаются практически одинаково в начальной фазе. Начальная фаза это локоть-локоть. Каденбары, вот начальная фаза. Локоть этот и внутренняя часть каденбары, сгиб. Да? Шуто то же самое, только, собственно говоря, разжатый кулак. Разницы никакой. Дальше немножко меняется. Но вот исходное положение. Пожалуйста, сделайте. Эмпиучи. Плюс. Максимальная амплитуда движения. Эш! Вот. Эй! Сан! Эй! Эш! Эй! Сан! Эй! Делаем дальше. Ха! То же самое, не забывайте, где рука? На уровне уха. Снизу. Эй! Ай, да. Еще раз. Оттуда же. Так, начнем с эмпиучи. Не забывайте, связка та же самая. Принципы те же остаются. Сейчас не старайтесь делать очень мощно, старайтесь делать правильно. Больше научимся. Эш! Эй! Сан! Эй! Ха! Ха! Сэч! Напряженная очень. Эй! Так, вот здесь пятку, всю стопу поставили на пол. Да. И стараемся насчитать. Есть такой страшный болезнь в карате, пинг-горбач. Вот этого быть не должно. Пинги прямые. Да. Вот так, еще прогнись. Вот. Прямая линия. Посмотрите на себя в зеркало. Прогнись. Старайся. Вот так.
кто мне скажет, стоим. Так. Вот если бы стоял правильно, я бы не попал. Какая это стойка? Длинная, низкая, как утюг. Но она по-другому называется, не буду, не убивается. Собственно говоря, это не как утюг дальше. Это стойка ниже. Ниже, длиннее. И для этого что-то, только вот так вот я не показываю. Остальные принципы остаются. Таз убираем. Так, только не обижай. Вот смотрите, очень легкая проверка, да? Приятно, да? А вот если бы стоял правильно, вот так, здесь хорошо. Все правильно. Это самый простой тест. Какую сухи подачи? Палку на лопатки и это опускаем вниз. Если человек стоит правильно, она попадает в пол. Если неправильно, она уже туда. Так, хорошо. Машины остановились. Мы остались на низком курсе дальше. Пожалуйста, встаньте. Очень низко, очень длиннее, ниже, чем куцу. Да. Вот так вот. Делаем таз вперед. Вывернули. Гэдэн шуто. И здесь рука. Солнце сплетение внизу. Дальше. Эч. Это нормальное шуто. Опять же жалеем себя, где привел удар. Хей. Го. Здесь он просто ро. Сейчас. Так, а? Да, делаем. Яма, хорошо. Чуть вперед туда. Здесь выполняется йога гели еще в более неудобном варианте, чем во всех предыдущих. Вы делаете ич, дальше не. Это то же самое, что всегда объясняю. Вот, допустим, старшая линия, откуда нужно прыгнуть в длину. Да? Разбега. Я разбегаюсь. И прыгаю. То есть вы разгон взяли, только совершенно не пользуетесь. Здесь тоже есть возможность для разгона. Какая? Вам нужно ударить ногой туда. Сразу тело идет. Именно в ту сторону. То есть вынос колена, никаких вот этих. Сюда нога. Да? Все потеряли. И отсюда пытаетесь ударить. Вынос колена сразу пошел. Сразу сюда я сразу пошел удар. Попробовали. Дзенкутсу дачи отдельно. Дзенкутсу дачи стали, йога гели. Без рук, без ничего. Без дурачи. Суки. Эш! Эй! Сан! Три! Го! Кого! Чич! Эй! Эй! Три! Эч! Эй! Сан! Ей, остались. Я добавил время, может быть, просто заканчивать. Хорошо, вот это мы сделаем. Значит так, теперь еще раз с этого момента. Суки! Суки! Эч! Эй! Здесь рука идет через вверх, да, освобождение от захвата. Эй! Сан! Есть суряши, скользящий шаг, небольшой подшаг вперед. Эй!
Не разворачиваем бедра, здесь только плечи могут повернуть. Го! Го! Вторая рука подрабатывает здесь тоже. Везде используйте, где есть возможность. Чеч! Эй! Хэй! Так, очень вялое движение, мое. Здесь очень мало чего можно показать, очень мало амплитуды. Но отсюда вы делаете. Вот он. Что это? Рука. Все делается с энергией. Вы никогда не становитесь просто на пол. Вы жестко становитесь, хватаясь пальцами. И вот дальше. Подшаг мы будем в начале, а во всех остальных подтягиваниях.
Спасибо большое за семинар.
остановимся больше на спортивном разделе и на развитии физических качеств, которые необходимы нам. На последней тренировке в качестве бонуса я покажу вам упражнение Хаянами. Объяснить его достаточно просто, научиться очень сложно. Но это упражнение позволяет подготовиться к бою меньше, чем за секунду. Размяться. Вот так. Татьяна, встаньте, пожалуйста. Воробей. Татьяна приготовила сегодня для всех празднование своего дня рождения. Всем мы ее все поздравляем. Так что, пожалуйста, проходите чай, кружечка торта вас ожидает. Еще раз спасибо сенсею за сегодняшнюю тренировку.